Казанский федеральный университет получил премию «Интернационализация высшего образования 2017» по версии Ассоциации восточноевропейских университетов. Премия является ежегодным конкурсом российских университетов и вузов СНГ в области развития высшего образования без границ. Также присуждается за лучшую динамику привлечения иностранных студентов. Помимо прочего, вы знаете, что один из индикаторов успешности университета и рейтингов по QS особенно, это значит интернационализация деятельности университета и привлечение иностранных студентов. Почему? Потому что если иностранные студенты идут в ВУЗ, а в этом году у нас общее количество иностранных студентов 4200, вот, а на следующий год мы вот стараемся выйти на число, на цифру 5000, если они, студенты иностранные, идут в наш ВУЗ и платят деньги, они, значит, верят в этот ВУЗ. Верят в этот ВУЗ, верят в качество образования. Напомним, на сегодня в КФУ обучается более 4000 иностранных граждан. И планируется достичь цифры в 5000 человек уже в следующем учебном году. Ассоциация восточноевропейских университетов выше всего в России оценила успехи команды Казанского федерального университета. В номинации «Набор иностранных студентов». Награда в виде статуэтки и диплома вручалась победителям на торжественной церемонии, которая прошла в Москве в рамках ежегодной международной конференции. Конечно, наша среда вот славится тем, что у нас очень толерантная, очень такая благоприятная среда, которая создана и коллективом университета педагогическим, и, значит, у нас масса всяких мероприятий, вы знаете, концерты, соревнования, то есть студенты не скучают. Вот сейчас мы воссоздаем клуб интернациональной дружбы, который у нас традиционно был один из лучших в России, и я уверен, что вот это начинание тоже у нас, оно получит пристальное внимание, скажем, со стороны других вузов, потому что это будет очень интересный такой проект. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.